Привет всем! С вами ваша Silver Butterfly, серебряная бабочка. Сегодня я буду рассматривать мужской аромат, потому что много мужчин меня смотрит, потому что многие женщины покупают своим мужчинам ароматы, и потому что это аромат классика. А так как я, можно сказать, адвокат классики в парфюмах, в женских, то почему бы мне не коснуться мужской темы? Потому что они связаны. Ну так вот, о чем будет речь? Маленькая предыстория. С чего все пошло? Значит, я сняла видео про Balenciaga. Кстати, еще до сих пор не поставила. Это что-то с чем-то. Посмотрите видео. Вообще, у кого-то есть полный флакон, тот счастливчик. Я имею в виду мужчина, да и женщина, которая живет вместе с ним. А теперь обратимся к классике 1988 года. Вот. Я даже забыла, что он у меня есть. Он мне запылился. Может, когда сейчас сниму пыль веков. То есть он у меня, конечно, не 88-го года. Я его купила с учетом того, что я всучу это своему мужу. И он это не использовал. Потом, по-моему, я отбрызгала кому-то и подарила. И вот буквально на донышке осталась память. То есть я, наверное, как подсознательно, я вовсе не собиралась делать видео тогда. Я вообще даже не подозревала, что я когда-либо буду снимать видео на Ютубе. Ну вот. И я начала чистить свои полки, уже такие мелкие полки, где уже просто все валяется. И смотрю Давидов. Coolwater. Я просто посчитала своим долгом рассказать об этом. Ой, ну, конечно, в 88-м году. То есть я только проходила такое взросление, да, и только-только начала встречаться с мужчинами, в общем, намного старше себя, отдаю секрет, да. То есть те мужчины уже могли позволить себе очень многое, и парфюм на них был подобающий. Так вот, как только я подношу к носу вот такого рода вещи, да, впечатление, что он будет, а мне опять там 16 или 17, когда это было, и примерно вот в этой паре, да, я просто первый раз принюхиваюсь к хорошему парфюму на мужчине. То, что у меня-то было, у мамы я подворовывала, там потом сама имела, это одно, а вот от мужчины это какая-то сила, магия, какая-то мужская сила. Я зашла на Фрагрантику, почитала немножко, но еще не все. Но потом мне зацепило что? Мне зацепил сам герой. Я начала копаться и откопала, что рекламу для этого парфюма делали наикрасивейшие мужчины. Самый главный, который вот на первой картинке, Coolwater, это супермодель. Как его там? Пол Вока. Он спортсмен, актер, активист, биолог и человек, который изучает море и океан. И супер красавец, который ныряет в это море и делает вот такое движение, как когда мужчина всей мощью плывет брасом, или как это называется, баттерфляй. Я не знаю, как это называется в спорте, но это очень красиво, такое завораживающее зрелище, как будто это хвост кита, вот такое движение. Причем утонченные пальцы, утонченные кости, и в то же время не накачанные силиконом или там каким-то еще, я не знаю, в джиме, так сказать, в спортклубе мышцы,
а свои, натуральные. То, что больше всего ценится. И вообще не понимаю, кому нужны качки. Это уже тема номер два у меня так как-то вот так проплывает по косой. Но потом я долистала до страницы и смотрю, парень в джинсах ныряет со скалы в эту холодную воду, cool water. Присмотрелась, очень похож на Клинта Иствуда. Думаю, господи, уж не сын ли? И тут смотрю, это Скотт Иствуд. То есть, скорее всего, яблонька, то есть яблочко от яблоньки недалеко падает. То есть это фактически его, то есть красавец, красавца. Это не дать, не взять. Вот такие мужчины должны ходить по улицам. Вот такие мужчины должны быть в цене, вот такие мужчины должны завоевывать женщин. Сейчас так получается, что женщины завоевывают таких мужчин. Да это где таких мужчин берут? Тут и вот это вот кадры, там другой еще мужчина. Значит, он уже более такой помоложе и из другого поколения, и тоже рекламирует. Я эту модель не знаю, но он такой как бы латино-стайл. И каждый кадр это просто произведение искусства. Вот кто-то бежит вот с этим вот бордом, когда катаешься на волне. Ну, я вообще, как сказать, не то чтобы я прям восхищаюсь, да, мужчинами, но когда я вижу такую красивую рекламу, остается только похлопать в ладоши, что все-таки молодцы, что они наконец-то, вернее, наконец-то, что тогда они это создали. Потому что если бы они этого не создали, у молодого поколения было бы впечатление, что мужчины все должны быть такие вот, которые на картинках сейчас, такие вот в кепке с золотой цепью и вот такие тиги-тиги. Кто знает английский, пожалуйста, не переводите, ладно. Но это блатной. Так, придем к самому описанию. Значит, так. Ароматический, свежий, пряный, морской, зеленый, древесный. Относится к фужерной группе. Создал парфюмер Пьер Бурдон. Верхние ноты. Морская вода, мята, зеленые ноты, лаванда, корица, кориандр, розмарин и колон. Средние ноты. Сандал, жасмин, нероли, герань. Базовые ноты. Мускус, дубовый мох, белый кедр, табак и амбра. Вот настолько сочетание, которое сейчас близко не используется, поэтому у некоторых современных носов будет, естественно, отторжение. Им будет претить вот это все свежесть, холодная вода, вот такой мужественный стиль, мужчина, рассекающий воду рукой, как плавником. То есть, ну, это что-то с чем-то. Смотрю, комментарии это в основном мужские. Аромат бодрит, рисковат, можно использовать вместо нашатыря, чтобы привести в чувство. Это, скорее всего, или новодел, или человек очень молодой, поэтому то, что он пишет. Ну вот сейчас я сама попробую, я вообще боюсь использовать мужские вещи на своей коже, но все равно, что не сделаешь. Так. Это дань времени. Вот всегда в тех ароматах присутствует такая вот как бы игольчатость, которая придает сексуальности. Вот в намеке, немножко вот так вот слегка. Что-то такое вот морское, что-то такое легкое. Кто-то его там сравнил с жилет после бритья. Ну, я не знаю, у меня нету жилета после бритья. А мой муж, у него так, иногда он отращивает бороду, а иногда он полностью стригется. Бреется, вернее, всю растительность. Почти. Так, слишком много информации. Значит, что?
хочу сказать. Розмарин, вот она, вот игольчатость, вот она. Вот она лаванда, вот это вот табачная трубка, вот этот кедр, этот дубовый мох. Ну, когда тогда создавали вещи с дубовым мохом, это было вот действительно притяжение Земли какое-то, притяжение планет. Вот просто хочется так притянуться, понюхать такого мужчину, поцеловать. Вот стремитесь к такому. Это как бы не для того, чтобы все молодые пацаны побежали и купили а-ля дедушкин. Хотя какой там дедушка, там на картинке такой дедушка вам еще фору даст. Не знаю, сколько ему сейчас лет, но не знаю. Факт то, что я имею в виду, что иметь представление, как было тогда и что взять оттуда в современность. Чтобы что-то у вас было в мозгу, не только то, что вот есть в магазинах, хотя это тоже есть. Но оно становится дорогое, и я смотрю, он исчезает с полок, может быть, даже уже исчез. Вот пойду завтра проверю в одном магазине. А так, что хочу сказать, вот такой парфюм должен быть у каждого уважающего себя мужчины. Пусть он просто даже стоит на полочке, но к нему нужно подходить, нюхать, примерять к себе, к ситуации, и время покажет. А я на этом заканчиваю свой репортаж. Всем всего самого хорошего. С вами была Silva Butterfly, серебряная бабочка.